Одним из самых популярных интернет-пейджеров в России является Quip. Его новая версия, Quip 2010, набирает популярность и поддерживает множество протоколов. Кроме того, этот интернет-мессенджер имеет интуитивно понятный интерфейс и несложный алгоритм настроек. Для загрузки этого клиента перейдите по ссылке, указанной внизу экрана, и кликните по ссылке «Скачать.exe». Установочный файл у этого клиента больше, чем у Миранды, и имеет размер 8,5 МБ. После загрузки кликните дважды по сохраненному файлу и запустите процесс установки. Это не займет много времени. Один важный момент. Во втором окне установщика выберите пункт «Выборочная установка» и удалите флажки из ненужных вам пунктов. По умолчанию предлагается сделать стартовую страницу quip.ru, также использовать поиск quip.ru как поиск по умолчанию. А также предлагается установить дополнительное расширение для браузера. Если вы не планируете использовать эти сервисы, то откажитесь от установки дополнений. В приветственном окне Quip 2010 можно сразу же перейти к вводу данных своей учетной записи. Данный клиент поддерживает протоколы ICQ, Jabber, MailAgent, ВКонтакте и другие. Для того, чтобы ввести учетные данные любой из этих служб, кликните по соответствующей иконке. Чтобы узнать больше об этом клиенте, вы можете просмотреть видеокурс на нашем сайте, который посвящен Quip 2010. Ссылку на этот курс вы можете видеть в нижней части экрана.